Ботанический сад Казанского университета – один из старейших в стране. Он пережил многое. Войны, годы великих переломов и больших испытаний. Сгорал и воскресал, подобно феникс, но продолжал существовать. Плодотворная работа, энтузиазм, вера в свое дело и человечность – двигатели прогресса. 214 лет назад сад представлял собой 6000 квадратных саженей, 3 теплички и несколько грядок. Сегодня – террасный сад. Коллекция субтропического и тропического отделений. Деревья, кустарники, злаки, цветочные и лекарственные растения. В 1806 году в Императорском университете появляется первый ботанический сад, а на данной территории мы появились в 1985 году указом Кабинета министров Татарской ССР. С тех пор, как говорится, здесь проводились все работы по становлению и проведению всей, скажем, инфраструктуры данного сада на сегодняшний день, такому виду. В оранжереях необходимо поддерживать комфортные условия, характерные для климатических зон, в которых произрастают те или иные растения. Температура в субтропиках в зимний период не выше 15 градусов, в тропиках круглогодично выше 25 градусов. Немаловажна и влажность. В субтропической зоне увлажнение доходит до 45%, а в тропической и вовсе до 70%. Вся коллекция растений собирается за счет того, что мы состоим в Совете ботанических садов России и стран СНГ. Это договор между садами по обмену биологическим материалом, то есть семенным или черенками. И за счет этого мы можем привозить к себе семена, проращиваем здесь, что-то внедряется в культуру, что-то для изучения, адаптации и для работ по интродукции. Географии растений ботанического сада Казанского университета можно позавидовать. На сегодняшний день насчитывается свыше 20 экспозиций растений, отражающих в моделях некоторые элементы флористического состава районов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Японии, Азии, Европы, Южной и Северной Америки. Ну вот, например, мушмула японская была конференция в 2006 году в городе Сочи при Дендрарии. Там мы получили семена, был привезен. Выращен. Вот на сегодняшний день представитель, как говорится, данного вида произрастает у нас в субтропической оранжерее. Для него созданы все условия. И точно так же остальные культуры, фейхоа и ягодные, они тоже привозят сюда, выращиваются специально для изучения в целях, как говорится, демонстративного материала, коллекционного. Примечательно, что сотрудники сада занимаются не только документированием коллекции растений, изучением их целебных свойств, сохранением их биоразнообразия, но и проведением экскурсий и лекций. Ботанический сад Казанского университета – уникальная локация для созерцания красоты и учебного процесса. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.